И Элло, собственно, я Максимала, и... Дочери, всем привет. И сегодня я буду играть на Plants vs Zombies. Будем продолжать наши приключения. Продолжим. Что-то звуки куда-то пропали. Куда звуки пропали? Берем. Блин. Ледовик. Мы в прошлый раз получили ледовик. Наверное, мы его используем вместо трусохвоста. Тут зомби все-таки нормальные. Танцу еще не встречался. Футболист, что мне даст перевести противнику? Прочность очень высокая, скорость высокая. Ничего себе. Ладно. Трусохвост нам тут не понадобится, мы возьмем ледовик, поехали. Люблю музыку. Зомби против растений. Ай, я не туда посадил, ребята, извините, закрываю руку. Перезарядка. Стой, вот. Пам-пам-пам-пам-пам. Кстати, скоро у меня, наверное, будет на канале стрим по Ваське. Ой, Ваське, блин, по Пашке. Слушай, я больше не знаю, какие мне стрим проводить. Ребят, может, вы знаете, а? Ну что там, ты крутю водишь машинку? Да, получается. Или все время врезаешься? Да, стараюсь не врезаться. Только руки привибрировали уже. Кстати, у нас такие грибы странные. Кстати, есть такая ачивка пройти уровень только грибами. Это очень сложно, я не знаю, как это сделать. Вообще нереально, наверное. Ого! Появились мои родные. Давай. Да, блин. Мир такой жестокий. Наверное, скоро на большой волне появятся танцоры. Опа, ну. Появился, здорово, здрасте. Этот мне никогда не нравится. Вот этот. Вот. Выросли. Мне кажется, уже его сожрет. Пусть пока поедет. Опа, а вот и танцор. Не вовремя заморозил. Кажись. Да. Против нас давай дерись. Ням-ням. Ой. Я не понял ничего. Я либо дебил, или я ничего не понял. Просто ничего не понял. Что, блин, да что? Блин. Вот и зомби. А знаешь что? Пошёл ты нафиг, а? Да ты усрачился, пошли. Так. О, красава. Ой. Чуть не посадил этого. О, монетка.
Я должен получить достижение крохобой. Я должен. У меня не одно пока что только стоит. Пока что. Ой, пауза. Зачем-то. О, сейчас волна будет последняя. Ну не последняя, а вы поняли. Почему пока? Ну ладно. Сейчас мы всех замаем. Так, вылезать еще. Вы охреняли, нет? Ты издеваешься, нет? Хотя пофиг. Видите, вот здесь не пришлось. Убей его быстрее уже. Чтоб не мучился. Давай, вот так, все. И мы получили гриб судьбы. Или как он там называется? Другой гриб какой-то. Не помню уже. У вас новое растение. Бум-гриб. Раньше его называли гриб судьбы, теперь он бум-гриб. Уничтожать большую зону. После взрыва оставлять кратер. А на кратер нельзя садить растения. Или, как вам сказать, сажать. Ладно. Берем это. Нет. Сегодня без пожирателя. Не, без пожирателя. Без гипногриба. Нет, без гипногриба. Вот, выговорил. Ну, посмотри, там о, я больше за ним пошел. Теперь я каждый день буду делать, каждый раз буду так делать, выставлять по солнышку, и вы поняли. Убей его. Блин, что я наделал? Что я наделал только что? Какую-то хрень, видимо. Наверное. Я даже не знаю, куда сажать. Блин, мне надо на лайне что покупать для моих растений. Опа! Так, мне уже надо сажать нормальные растения, а не вот эти вот грибочки. Блин, пожиратель могил. А, он да, без него никак, я же говорил. Так что, он нам очень нужен. Сейчас будем. Опа, уже убиваем. Сейчас поможем. Вот, помогай. Помогай. Вот, помогай. Да-да-да. Дадим, когда мы тебя убьем. Опа. Крохобой. Нужно очень много монеток собрать. Не потеряя ни одной монетки. Опа. 30 монеток, кстати. Это очень сложно. А я 30 никак не наберу еще. Все могут такое достижение получить, кроме меня. Только не реклама. Я прошу вас, очень прошу. Очень огромное прошение. Попрошение. Ну,
Жрем могилы. Опа. Опа, она пришел, видимо. А не, он давно тут был. Блин, уже скоро волна будет. Это уже почти последний уровень. Так что мы можем со спокойной душой идти вперед. Ну как со спокойной? Почти со спокойной, потому что я еще даже не выиграл. Ух, повезло-то как. Опа. Посадил, блин. Че я посадил, ребята? Бам-ба-ба-бам-бам. Давай быстрее убивай его, убивай. Фух. Это ж... А, я уж думал. Так, только попробуйте вылезти, гады. Скотина. О, красава, блин. Мази. Что такие мази-гочки показали? Мази-гочки даже. Сказать. Вот так вот, да. Мази-гочки. Мази-гочечки. Выскочили. Бабах. Бум. Мне не интересно, что вы там болтаете. Я тут просто сажаю растения. О, все выросли, кстати. Опа, кратер. А, ладно. Блин, зачем я сюда посадил это? Бунгри. Я дебил, короче. Не выключайся за мой крыло, выпусти, это я сам для себя отвечаю. Так что вы не виноваты в этом. О, сколько... Скоро этот рассеялся. Я смогу посадить. Дымник? Или какого-то? Да, дымник. Чух-чух. 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 Я тут. Он еще задержался. Так. О, монетка. У меня уже вот сколько солнца. Вы это видите? Блин, давай уже растоптайся. Вот, ну-ка. Ну давай, давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Я посажу еще один грибочек. Ну давай, давай, давай. Родненький мой. Родименький. Че ты? А что ты тут? Ой. О, свободная. Ой. Опа, монетка. Я уже должен заработать достижение к выходу. Что за фигня -то? О, монетка. 50... Ой, 3000, я думал, 53 000. Ну, давай подыхаю уже побыстрее. Все, потом.
Сейчас будет бабах. Сначала же заединение и бабах. И это будет круто. И все. Вот они и вышли наши глупцы, глупцы. Бабах. Бабах. О, монетка. Записочка. Привет, мы хотели бы зайти на полуночный ужин, на полуночный перекус. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне твои, Джонни. Сейчас будет мини-игра. Ну, вы знаете, какая уже. Фига тут могил. Ладно. Могил. Да, мы теперь нас будет тоже. Пошли в жопу. Ой, ладно, пофиг. Да, вот ты издеваешься, да? Вот ты издеваешься, да? Вот я себе сейчас такую вот кукушку поставлю. Ай. Вы издеваетесь, да? Что-то как-то странно. Ла-ла-ла. Опа, монетка. О. Пам-пам-пам-пам. О, монетка. Монетка куча. Ага. Ой. Ну да, вообще, отлично. Не издевайтесь. Спасибо вам. Ля-ля-ля. Бабах, бабах. Опа! Не, ну уж такая уже нормальная оборона, так можно еще сказать. Я должен получить достижение крохобо. Я стараюсь. По крайней мере. Сейчас начнется. Да, начнется битва русская. Между грибами. Ну и дебилой.
Гибилоиды. Как еще сказать? Вообще бабах. 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 Он бабахи сейчас буду устраивать. Как-то слишком. Что? О, монетка. Куча монеток за сегодняшний день. Воу. Короче, все в жопу. Все нафиг. На. Шоп нет. Шел ты туда дальше. О, монетка, монетка. 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 Иди, войди. В принципе, это нормально. Страна дебилов. И выросла страна. Страна дебилов. Бабах. Вот так крахабов настоящий. Да нафиг мне. Против моих это не действует. А! Жратые ноги. Опа-на. Мы этого момента так долго ждали. Шли в жопу. Шли в жопу. Нафиг. Бабах. Да-да. Вот. И нам у нас теперь есть кувшинки. Или кувшинка. Какая разница? А разницы никакой нет. Кувшинка. На нее можно высаживать сухопутные растения. Ура, и у нас бассейн. Похоже, зомби перестали атаковать твой двор. Теперь они пытаются зайти сзади. И чтоб совсем тебе плохо стало, грибы больше себе не помогут. Потому что днем они спят. Красота и восток. О, у нас появился зомби-сушечка. Кстати, зомби-танцор. Любое искусство. Прочность средняя и особенность вызывать поддержку. А у этого прочность низкая. Так еще не случался. Он обычный зомби, кстати. Спирыты нам не помогут, они спят днем. Днем они спят, так что все. Их мы больше не высаживаем. Берем все это. Нет, это нам не надо. Вот это и это. Ну и даже вот это. На всякий, на случай важных переговоров. Поехали. Идет у нас 6 слотов, как вы видите. Теперь у нас их не 5, а 6. Это еще вдвойне круче. Копим, копим. Ой-ой-ой. Что-то как-то... Что он нашего, по-моему, убьет. Пусть орешек пожует. Опа. Пожуй орешек. Угу. У нас небо уже солнце падает.
Нет. Ладно. Хочу получить достижение Крахбадио. Ну вот это просто отлично. Ну ребят. Мозги. Какие мозги? Мозгов нет. Ну, уйдите от меня. Пожалуйста. Люблю такие подобные продолжи. Воу. Привет. Жаришь. Запихай его себе. Ага. Объявился тут. Любитель мозгов. С конусом. На башке. Это еще вдвое раз сложнее, чем там. Почему вы спросите меня? Да, потому что. Ты все так не надо. Мозги, я вам мозги покажу потом. Когда я выиграю, я вам покажу мозги. Самые настоящие. Зомби с уткой, точно. Я его еще не туда посадил. Вы издеваетесь прям полностью. Давай. Хоп-па-и-хоп. Место. Ля-ля-ля. Ого-ля-ля-ля, чего, блин? Ой-ля-ля. Уля-ля, кота. Уля-ля, блин. Как-то реально сложно стало. А почему так мозгов вам не хватает? Я вам их все равно не дам. Как-никак, не торопитесь, я вам их все равно не дам. Блин. Это что за ножок? Это что за ножок? Обжорство. Опа. Кажись, вся реклама будет. Я так чувствую. Я чувствую всем. Все своей жопой. Все своей жопой чувствую. Что мне кабзда. Что вам бабах. Бабах. Там самый жоп. Па! Так, давай. Ну я успею. Я сам настоящий успеватель. Ну давайте. Так. Не мучайся. Ням-ням. И мы получили кабачок. И мне кажется, на этом пора заканчивать. Я уже устал. И до новых встреч. Пока, кстати. Расплющивать зомби, да, кабачок, главное, ну так, хотел показать вам, нет, не это альманах, не альманах выживания, а что тут можно будет выбирать зомбота. Параметры, инфо, когда зомби покажется, просто сядьте и ничего не делайте, вы победите, как только зомби войдет в ваш дом. Угу. Выход. Выход я не буду нажимать. Карантин. Это не надо. Тут будет, когда я буду доступны мини-игры. Играть и подключаем дальше, чтобы открыть уже мини-игры. Ребусы. И выживание. Но нам нужно ждать, чтобы все открылось. Чё хотел-то? Ничего не хотел, ладно, до встречи и пока!